Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас с проспекта Давида Строителя, проспекта Давида Ахмашина Бели. В Тбилиси 8 утра ровно. Коренные тбилисцы, и не только, и не совсем коренные, узнали, наверное, родные места. Не очень приятно, когда многие из вас пишут, что 30 лет не были в Тбилиси, 15 лет не были, 18 лет не были в Тбилиси. Вот увидели это видео, многое вспомнили, сразу пошли воспоминания. Эти эмоции очень дорогие, и, конечно же, они неповторимые. Пока еще мало машин, мало людей. Утро. Вот поворот на Киевскую улицу. Там дальше у нас главпочтамт и пешеходная зона. Поэтому нужно будет спуститься вниз к набережной, к памятнику Грибоедову. Вот здание главпочтамта сейчас на реставрации. Здесь, наверное, будет такая гостиница высокого класса, потому что само по себе здание было шикарное, отличное. Ну, мы здесь как раз были, я помню, с вами в начале лета. После этого у нас не было прогулки по Плеханово. Зато у нас много было Нафтлюкского базара, Дезертирский базар. Вообще-то лето у нас было достаточно продуктивное в плане видеороликов. Можно сказать, что мы много районов Тбилиси посмотрели с вами. Где-то побывали пешком, где-то на автомобиле. Вот сейчас опять солнышко забивает. Стараюсь все оперативно выкладывать. Вот наши зрители говорят, что ролики неплохие, но очень короткие. Вы знаете, я понимаю, что у наших зрителей нет свободного времени долго сидеть и смотреть такие бесконечные сериалы. Сейчас вообще такое время, что хочется получить быстренько информацию, быстренько ее воспринять, обработать и пойти дальше. Так во всем, в том числе и с просмотром роликов. Я так думаю. А кто хочет подлиннее, у нас такие подлиннее полотна тоже есть. Мне это с удовольствием, для вас я бы часами мог сидеть и рассказывать. Но вторая проблема, это, конечно же, вот интернет. Не всегда хорошо выкладываются ролики. Вот у меня дома две линии интернета. Вроде бы пакеты хорошие и цена немаленькая за них. Но все равно не могу сказать, что они шикарные такие, быстренькие. Нет, все равно эти пакеты меня мучают. И какой-то вот длинный ролик, да, вот если там 10-15 минут там крутится, да, как времено. И потом это через час только выкладывается. А я же хочу, чтобы все быстренько бы уже до вас донести и потом перейти уже на новую тематику. Поэтому вот длинные ролики не получается выкладывать. Не люблю я их, короче говоря. А то можно было бы так часами с вами гулять. Вот сейчас мы уже на Рихе. Заедем в туннель и поднимемся по площади. Поднимемся к Кавлобарской площади. Вот у нас здесь наш туннель. В городе пыльно сейчас, потому что везде идут строительные работы. У нас во дворе телевизионном тоже там что-то копают. Никак не раскопают. Ну, поэтому на стеклах пыль. Я потом, когда смотрю эти ролики, которые снимаю с машины, мне так стыдно, что у меня этот парприз такой бывает. Часто пыльный, грязный. Но ничего, вы меня простите за это. Я, в принципе,
принципе, очень люблю, когда машина чистая, мытая. Ну вот, исходя из условий, сейчас мы поднимемся на Алабатскую площадь, и вы увидите, что там происходит. Как раз сейчас там уже последние штрихи ремонта. Ну, вернее, не последние штрихи, но такая пиковая стадия. Вот сейчас поднимаемся мы по винному подъему Сирачхана в Инисахмарти. Это уже для тех, для кого Авлабар — родной дом. Вот это вот по сердцу. Посмотрите, какая красивая картинка, да, богатая. Здесь бы фильмы снимать. Хорошие такие. Про тбилисскую жизнь, про жизнь тбилисца. Вот сейчас, вот я не знаю, солнце там забивает, видно или нет, но вот видите, здесь ограждение. Машины по другой траектории проезжают, прямо по курсу тоже опять все закрыто. И вот сейчас вот, видите, вот что там творится. Ну, надеюсь, что это уже поближе к зиме закончится. Начинали в феврале, обещали завершить все это за 8 месяцев. Вот так было сказано, 8 месяцев. Ну, за 8 месяцев не удалось. Здесь, помните, была очень хорошая чебуречная и хинкальная, ресторан такой. Вот сейчас здесь вот гостиницу строят. Holiday Inn Express. Маленькую такую гостиницу. Вот мы уже на улице Цурцумия. Здесь вот гастроном был, то Попули, потом Йоли, сейчас уже Спар. Вот, едем по улице Цурцумия. У меня была эта улица в одном из обзоров, в одной из экскурсий. И тоже вот написала зрительница, которая здесь жила. Как давно я, 25 лет, говорит, не видела свою родную улицу, как уехала. Ну вот многие в 90-х уехали, многие попозже уехали. Та волна была, когда разъехались по ближнему зарубежью, сейчас уже в дальнее зарубежье. Здесь тоже вот по левую сторону новый будет квартал, называется Моэдани, элитные дома. Так что наш Авлабар тоже развивается, строится, не без этого. Конечно, еще очень много старых домов. Вот здесь по, опять по левую сторону, здесь тоже новая гостиница. Жизнь кипит. Ну, прощаюсь с вами, дорогие друзья. До встречи. Всем хорошего дня, мира и хорошего настроения. И удачи. Самое главное, удачи во всех делах и во всех начинаниях.